Рядом иди. Вон они, собаки. Рядом иди. Мы идем не от собак, мы идем к собакам. Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Многие задают вопрос, значит, что делать, если собака сильно отвлекается на улице. Для того, чтобы собака у вас не сильно отвлекалась на улице, всегда идите к проблеме, а не от проблемы. Всегда делайте базовые упражнения на выдержку. Вот как сейчас собака лежит на выдержке, напротив нас находится стая дворовых собак, и тут же рядышком работает спасатель с снегоуборочной техникой. То есть у меня одновременно собака учится не обращать внимания ни на дворовых собак, ни на уличную технику. Ну и, соответственно, мы с ним начинаем заниматься. То есть сейчас я его, естественно, подойду, похвалю за то, что он не отвлекался ни на что. Лежать. Барьер. Барьер. Сиди. Рядом иди. Бегом, медленно. Стоять. Ко мне. Поправься. Хорошо, молодец. Лежать. Сидеть. Стоять. Хорошо, молодец. Сидеть. Сейчас я ему сделаю три обозначения здесь. Будем работать на выезд. Место. Ну, вот видите, получилось у нас серединка, право обозначено и лево обозначено перчаткой. Ко мне. Вперед. Лево. Хорошо, молодец. Ко мне. Вперед. Право. То есть, что здесь самое главное в этом во всем? Самое главное в этом во всем то, что делали вы базовые упражнения по выдержке. Рик, ко мне. Так, с вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, у вас все получится. Спасибо.